Да, слушаю. Константин Волков. Да, что такое? Ты где, дома, на работе? Я в тачке в Grand Mobile играю. Антимашине? Почему ты не в эфире? Я ж тебя узнаю мертвого по твоему голосу, как ты картавишь. Сейчас немножко поиграю, попозже выйду в прямой эфир. Кстати, дурачок, единственное место, где ты можешь на халяву получить деньги, это в Grand Mobile. Если введешь промокод Антим, ты получишь новый гелик и 30 тысяч игровой валюты. Даблачада? Нет, не даблачада, а Антим. Послушай, я тебе валахом клянусь, валай. Сейчас подъедут мои люди, без наркоза пальцы тебе оторвут. Нет, твой... Алло. 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 Валё. Да, кто это? Это замешан тебе, беспокоит положение с голода. Хорошо, брат, что ты позвонил. Я тебе эти звонок сделал по-белому. Выше с тобой на диалог. Вы сегодня девушка по институткам звонили ночью. Так, ну, было, и что? Было, да, брат. А кто это звонит, я вообще не понимаю, подождите. Замешан тебе, беспокоит положение с голода. Вы вчера девушкам ночью звонили, вчера. Там было на сайте указано большими красными буквами. Вы мне не звоните, вы мне не писать. Идет пересчитаться счетов. Вы позвонили своим звонком, убили папу. Мои люди хотели к вам подъехать, это дирократы. Просто мешок на голову и в багажник. Я эту бабку не успел. Я тебе звонок сделал по-белому. Виша с тобой на диалог. Как вам будем мешать? Тихомерно по телефону, пусть мои чинцы к тебе подъедут. А это... Я щ... Я у тебя спрашиваю, как вопрос будем решать? Тихо, медленно по телефону, пусть мои чинцы к тебе подъедут. Я просто не понимаю, что мы сделали, мы вроде... Мы там проблемы нахвалили и начудили. Это вы понимаете, там было на сайте указано, большими красными буквами. У девушки на сайте там было указано, вы мне не звоните, вы мне не писать. Ее посчитаться счетов. Вы позвонили, сбили кассу систему. Мои люди, чинцы, хотели к вам подъехать, подъекапаются. После мешок на голову и багажник тебе. И это я не бустил. И тебе звонок, и что сделал по-белому? Миша с тобой на диалог. Как вопрос будет, Миша? Тихо, мерно по телефону, и пусть мои чинцы к тебе подъедут. Блин. Давайте, я сейчас, кстати, выйду, наверное, из дома, а то у меня жена тут сейчас услышит, вы говорите так громко. Слушай меня внимательно. Видите, не включайся, выходи сейчас из дома. Пишешь телефон, общайся со связью. Я тебя арахомкой не вспомню, дорогой. Хоть симку ломай, грота тебе это не поможет. Ты меня понял? Нет, брат, мои люди у твоего очага подъедут. Разъебу, что там у тебя есть. Ты меня услышал? Да я просто говорю, подождите, я из дома просто сейчас выйду в машину, сяду. Что-то я не понял. Выходи. Что за движуха, что-то? Я не понял, что за прикол-то? Давай, выходи. Да я вышел, все, я вышел. Вышел, братка. Вы вчера девушкам, проституткам звонили, там было на сайте указано большими красными буквами. Вы мне не звоните, вы мне не писать. Идет 1600 счетов. Вы позвонили, сбили кассу систему мою. Вы слушаете внимательно. Мои люди, чем хотели к вашему очагу подъехать? Просто хотели мешок на голову и багажник. Это я скорее не подпустил. Я тебе звонок сделаю. Молись Богу, что я тебе звонок сделал, братка. Молись Богу. Я тебя рахом вниз. Мы в голоде не писпигеньки, братка. Мы, ребята, Люшкова Людка. Вы заблокировали кассу систему, где у меня там лежит 560 тысяч. Где девушка заработает за неделю. Это 560 тысяч, брат, я тебе выделяю, брат. На Украину на диски дома. Так и у метов выделяют 20%. Ну, слушай. Так вы что, хохлы, брат, что ли? Я не понимаю. Хохол, слушай. Слушай, братка, меня внимательно. Я приезжаю, вы что, лябы кривой клиент? Вы потратите с ними на платеж 15-200. Закрываю ваши две ошибки, удаляю ваши данные у меня в компьютере. И вращаю вас 15-200 назад. Расходимся краями. Вы меня услышали? Да, ну, только я не понял, вы что, с Украины, что ли?
Братка, я тебе звону, короче, еще раз объясняю. Я тебе звону, ты дело по-белому. Видишь, с тобой надела рог. Вы меня услышали? Я чечен, брат, сам. По национальству. А на Украину... А зачем вы на Украину деньги-то отправляете? На детские дома, братка, на детские дома. Ну, на Украину? Ну, ладно, дети, без разницы, конечно. Слушай, братка, я продолжаю быть Ильяной Гвык-Лент, удаляю ваши данные у меня в компьютере, закрываю ваши две ошибки и вращаю вам 15-200 назад, расходимся краями. Вы меня услышали? Да, ну, я понял. Да, братка, на мой сайт, братка, у девушки на сайт больше не раз. Ты меня услышал? Да я-то услышал, просто, ну, вы поймите, ну, у меня болезнь-то, я дальтоник, ну, не вижу, не различаю цвета, поэтому, ну, извините, пожалуйста, я правда не увидел это. Слушай, братка, сейчас ты поплачешь именно платеж 15-200. Закрывает твои две ошибки, ваши данные у меня в компьютере, и вращает твои 15-200 назад, и возродимся к краям. Вы меня услышали? Валер. Алло. Да. Тебе какой банк будет до перевода? А, мне сейчас перевести нужно деньги вам, что ли? Да, братка, 15-200 переводишь, закрывает твои две ошибки, удаляет твои данные у меня в компьютер, возвращает тебе 15-200 назад. Расходимся краями. Ты меня услышал? Да, я услышал. А, тебе ну какой вы переведете сейчас, получается, что ли, деньги? Да, братка, да, 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 все правильно. Я тебе обращаю деньги назад. Так, какой банк? Сейчас я тогда... Блин, ну мне тогда сейчас нужно будет у жены. Блин, я не знаю, какой он. Бля, ну мне сейчас это 15-200. Бать. Валю. Да-да, ну подожди, сейчас мне нужно подумать, откуда взять эти деньги. Потеряйся со связями. Хоть Тимку ломай, грота тебе это не поможет. Я тебя раком фон головой. Ты меня услышал? Да ну, вы вроде не... Будут мои ченцы, слушай, будут тебе мои ченцы, других вам не надо звонить, трубку не брать. Ты услышал меня? Ничего, вы ругаетесь, да. Мы же вроде нормально общаемся. Чего вы ругаетесь? Слушай, будет мои ченцы тебе, другие номера звонить, трубку не брать. Вопрос разрешай со мной, ты меня понял? В смысле не брать? Трубку не брать, братка, будет не за окном и номера звонить, трубку не брать. Будет это мои ченцы звонить, просто чеченцы сейчас бесятся. Ты услышал меня? Ну, вы с одной команды или нет? Да, братка, с одной команды. После я сейчас звоню к тебе, сделаю по-былому. Сказал чеченцу. Пока не подъезжайте. Больше пьяный, не заметил и так далее. А, понял. Я позвоню, скажу, пусть не едет никуда. Ты меня услышал? Да, я хорошо. Подожди секунду, сейчас, подожди, схожу на магазин. Да, да, Магазин, никуда не езжай. Мужик вышел на демократию. Хорошо, братка, подожди мне пару секунд. Сейчас вопрос решали, мужик. Меня услышал на габет? Все, хорошо, брат. Алло. Я ему сказал, брат, он сейчас никуда не будет ехать. Слушай, тебя через сколько будет? Ты когда сейчас будешь оплачивать? Так, ну давайте я сейчас попробую позвонить Костину, чтобы он мне перекинул. Да. Даю тебе 10 минут времени. Хорошо. Я поставил таймер на 10 минут. Угу. Ты услышал меня? Да, хорошо, хорошо. Перезвонишь мне. Даю тебе 10 минут на разрешение. Хорошо, сейчас я тогда... Мне перезвонишь. Да, да, хорошо. Алло. Валер. Что там? Алло. Алло, блин, мне звонят тут говорят, Хасан, ты не порешал с ним, что ли, вопрос? Нет, брат, я тебе сказал уже, юбку не брать, знакомые номера вопрос решает только со мной. Нет, так я решаю, но просто они мне звонят, Не бери трубку, не бери трубку. Ты меня услышал? Запиши, это мой номер, Дюнихан. Да, я записал номер. Записал трубку и чужие номера не брать. Ты меня услышал? Нет, ну как не брать? Ну ты можешь же как-то со своими парнями решать? Я же решаю проблему. Вопрос решаешь только со мной. Трубку чужих номеров не брать.
Это, Зелимхан. Короче, я сейчас, ну, Костину позвонил, это, но он трубку не берет. Ну, хотя в данный момент у тебя деньги есть, такая, типа, решение, собери там 15-200. Нет, ну, я тебе говорю, мы вчера, ну, отдыхали, просто я вот проснулся, но он трубку не берет, может, спит еще просто. У меня просто нет таких денег. У меня нет просто денег на карте таких, понимаешь, в чем дело? Есть деньги на карте, слушай меня внимательно. Бери карту свою, наличка есть, я на ближайший терминал положу деньги себе на карту. Да, и, блин, это надо мне у жены, короче, просить денег, получается. У нее же кошелек. Да? Я говорю, надо у жены деньги просить. Я говорю, у нее деньги все, говорю. Возьми деньги, у кого хочешь. У кого хочешь, бери деньги, займи. Буквально 10 минут вопрос решаем. Хорошо, давай сейчас тогда у жены попрошу. Да я не, сейчас да не надо. Не надо у жены сейчас на что-то попросить деньги, правильно? Ну, семейные деньги. Слушай, братка, я беру сейчас другую кассу, поставлю брок на тайном. Буквально 10 минут. Ты меня еще не слышал? Да я понял, но мне сейчас говорю, нужно у жены спросить на что-то деньги. А на что я сейчас в воскресенье с утра могу попросить деньги? Братка, стою у кого хочешь. Мне это уже не моя проблема. Ты меня услышал? Да я слышу, ну, я же говорю, сейчас мне, я пойму, сейчас я придумаю, на что я могу сейчас взять деньги, и ну, тогда поеду. 10 минут. Ты меня услышал? Да, хорошо, хорошо. Даю 10 минут. И других номерах телефон не брать. Ты меня услышал? Ну, а ты с ними что, не можешь порешать, что ли, чтобы, ну, они не звонили мне? Братка, просто трубку не бери, и все же. Блин, тот вообще мне говорит, 28 500 надо заплатить. Ты говоришь, 15 200. Не бери просто трубку, братка. От них не бери просто трубку, все уже. Ну, хорошо. Слышал? Просто не бери трубку. Хорошо. Даю тебе 10 минут. Хорошо, хорошо. Сейчас я тогда. Да, алло, Зелимхан. Алло, Зелимхан, да. Слушай, ну, это, сейчас мне этот, Костик дозвонился, Костян проснулся. Слышишь? Ну, братка, ну. Ну, все, я сейчас с ним пытаюсь говорить, ты звонишь, я его сбросил просто. Хорошо, братка, сколько еще времени дать, братка, вот сейчас и таймер, и... Давай, братка, недолго, давай вопрос быстрее решай. Ну все, я сейчас ему позвоню, просто я, ну, я тебя сбросил, ты видишь, опять перезвонишь, думаю, может быть, что-то срочно прям. Еще долго, братка? Все, сейчас я ему позвоню, и все, и типа, ну, я думаю, решится вопрос. И мне позвонишь, хорошо? Да, хорошо, хорошо. Я, как тебе сказал, других номеров телефон не брать. Да, да, вот мне два звонило, и я не брал. Все, брат, давай жду. Валю. Алло, доброе утро. Меня Костя зовут, я от Александра звоню, мне Александр позвонил, сказал, что что-то там случилось у нас, какая-то, что-то мы блокировку какую-то сделали. Да, да, брат, все правильно. Просто, ну, поймите, мы там вчера, может, где-то какие-то неадекватные были, немножко перебрали. Да, вот, брат, мы все там правильно. По другу хорошо, хотели. Хорошо, а какой банк будет до перевода? Альфа-банк. Альфа-банк, хорошо, заходите в Альфа-банк, не выключайте, я вам продиктую номер карты. Так, ну, сейчас не совсем неудобно прям вот сделать этот перевод. А сколько нужно сумму, какую оплатить? 15 200. Я именно плачу. Закрываю ваши две ошибки, вы вращаем 15 200. Расходимся краями. 15 200, это... Ну, если мы с другом, наверное, надо как-то пополам. Но мне то эта сумма не будет, если только вот наполовину, там 7 500 давай. Я обращаю эти 15 200 вам назад. У меня столько не будет, ну вот, ну 7 500, наверное, да, будет. Слышь, братка, 7 500. Ну, половина у меня будет. Братка,
Да. Не пойму. Вы сейчас решили со мной кошки-мышки играть или как? Не понял. Надо 15-200. Я понял. А если... Ну, я просто такой вот проснулся недавно. А если я там, может, минут через 20, если я до банкомата схожу и пополню себе, чтоб вот до 15 тысяч. Ну, я говорю, что вот у меня там где-то, ну, 1008, наверное, есть. 8 тысяч, хорошо, 8 тысяч оплачивай, и ты остальные уже и пойдешь и закинешь, хорошо? На карту себе. Потом остальные оплачешь. Хорошо, хорошо. Заходи, Альфа-банк. Так, сейчас. Нет соединения с интернетом, может, из-за того, что я с вами разговариваю. Я тебе номер карты в смс скину. Хорошо. Валер. Да, алло, алло. Ну, на карту пришел в смс? Сейчас посмотрю. А, да, есть, есть. Будет Сбербанк. Оплачивай, мне позвонишь. Понял, хорошо. И чек сохрани, и чек сохрани. Хорошо. Ну, мне тогда надо сейчас... Ну, я, наверное, сейчас буду выходить тогда тоже, чтобы остаток пополнить. Хорошо, брат, оплачивай, мне позвони. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, это Сбербанк. Я ваш виртуальный ассистент Афина. Чем я могу помочь? Всего доброго, до свидания. До свидания. Уточните, решили ли... А. Алло. Да, брат, что там, брат? А почему я вот, трубку не я берешь, вот, а? Почему не брал? У меня не было. У меня не было звонков больше. Что там с аппаратой? Я вот сейчас вот только вышел из дома, сейчас я иду к банкомату, чтобы пополнить баланс. Ты сказал, сейчас у тебя деньги есть, ты, там 8 тысяч. Да. А я просто думал, что как бы всю полностью сумму, чтобы сразу внести. Я тебе сказал, сейчас 8 тысяч оплачиваешь, а 8, а это остальные уже, сейчас когда кинут тебе на карту, это остальные уже оплачешь. Закрывай ваши счеты, вращаем 15-200 назад. Ну, то есть можно частями, да, это все делать? Да, брат, сейчас оплачивай. Ну, хорошо, я вот сейчас я уже иду. Даю банкомат. Тебе 2 минуты. 2 минуты даю 2 минуты. Оплачивай, да, чек сохрани, мне позвонишь. Да, я понял, сейчас я тогда по дороге сейчас вот сделаю оплату. Жду. И мне позвонишь. Чек сохрани. Да, хорошо. А, брат, я слушаю. Алло, а вы там правильно мне прислали вот реквизиты, то, что там куда оплачивать? Да, да, да. А, то есть мне какую-то ошибку выдает, свяжитесь с получателем. Проверьте реквизиты, свяжитесь с получателем. Заходите, Альфа, я скажу вам, как. Далее. Да, я уже так пытался, у меня, получается, интернет пропадает, когда я разговариваю, и у меня в банк не заходит. Смотри, продиктуй ко мне номер карты. А, ну вот сейчас я открою то, что я вот ее скопировал с смс-ки с вашей. Продиктуй-ка. 2202. Там пишет у тебя. Там писало что-то. Проверьте реквизиты, свяжитесь с получателем. Что-то мне вот такое выдавало. У тебя Сбербанк есть? Нет, у меня Альфа-банк. Альфа-банк. Подожди секунду, я тебе сейчас перезвоню. Хорошо. Иди, потому что бежать с терминала. Алло. Алло, да. Иди, ко мне добежать с терминала, положи себе деньги на карту. Да, и так я вот иду, я сейчас вот остановился, чтобы с вами поговорить, я... Иду. Иди, я тебе перезвоню сейчас. Хорошо. Валю. Да, алло. Да, братка, по этому номеру оплачивай просто на баланс. Оператор МТС. Так, на баланс телефона, что ли? Да, просто на баланс оплачивай, мне позвонишь. И чек сохрани. Ага. Так, ну сейчас давайте, будет. Я уже сейчас, минут через 10, я уже подхожу к банкомату. Хорошо, через 10 минут мне позвонишь.
Да, хорошо. Понял. Положи себе деньги, ровно 15-200, чтобы было. Ни рубля меньше, ни рубля больше. Ага, хорошо, понял вас, понял. Все, закрываю ваши две ошибки, да, ваши данные у меня в компьютере. Вращаем 15-200 назад, расходимся краями. В другой раз мне девушки на сайт не лезть. Да вы извините, просто мы это не знали, что вот такая ситуация, что так бывает вообще. Все, жду. Даю вам 10 минут времени. Хорошо, хорошо. Алло. Алло. Да, брат. Да. Да, я еще не подошел. Я еще в пути. Сколько еще, братка? Ну, вот уже рядышком банкомат. Хорошо, братка. А закинешь тебе деньги на карту, мне позвонишь. Да, обязательно, хорошо, я понял. Все жду. Хорошо. Алло. Алло, Зелимхан, слушай, ну что там в это, ну, Костян недоступен что-то. Братка, иди до бежащего терминала. Еще минуту осталось сказать. Кость, это... Вот там. Это... Алло. Это... Блин, Кость. Алло. Я что-то не могу понять, вы что все утро его теребите? Что происходит? Вы кто? Валю. Алло. Это Костя. Какой Костя? Фук его. Ну, а что все утро названивать? Что произошло, я не могу понять. Что за разбор? Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, в смысле ничего страшного? У нас такого воскресенья еще не было. Что за разбор? Все хорошо, девушка. Все хорошо. Ничего страшного. Я жду объяснений. Дайте, пожалуйста, трубочку. Нет, не дам. Ну, потому что здесь что-то происходит. Нет, нет. Объясняйте, что? Девушка, ничего не происходит. Я вам еще вас объясняю. Кость, мы были вчера, мы были в баре вчера, Кость, что ты к нам делаешь? Ничего не было, ничего не было, это Валера, это друг Кости, понимаешь? Нет, давайте рассказывайте. Да девушка, вам еще раз объясняю, девушка, все в порядке. Ну только попробуй мне куда-то деньги переводить. Башко, деньги, понятно? Нет, не деньги, это просто, Кость, просто Валера. Алло, Валер? Да. Это. Ну, что там, нормально все заплатили, да, в баре, ну? Да, конечно, да, брат, заплатили. Все, понял. Фух, пойду я это, на улицу, окей? Иди на улицу, да. А, ой, бля, ебать, пиздец, чуть не спалил. Да, брат. Алло, Зелимхан, блин, спасибо, блин, что прикрыл, короче. Бля, чуть не спалились, короче. Ты мне скажи, что там с Костяном? Ну, он недоступен. Брат, ты что только играешь со мной, крышки-мышки, брат. Я тебя арахом из подъезда, с ворчага. Просто разъебу, что-то у вас есть. Ты меня услышишь? Какие шишки-мышки? Я чуть перед женой только что не спалил. Я тебе говорю спасибо, смотри, что брат, ты не взял меня. Смотри, брат, да, ты мне... За тобой косяк, братка. Так Костян же, блин, он же вроде решает вопрос, нет? Да, братка, решает просто. Он сейчас хотел по Сбербанку, сейчас кинуть. Ну, не на карту. У тебя Сбербанок есть? Не, у меня нету. У жены только есть. Ну, с женой ты слышишь, жена вообще, ну, это вообще не вариант с ней. Она меня один раз спалила, короче, за измену, понял? И не вариант. Все, понял. Ну, рано, ты мне брат, скажи, давай. Там сейчас нормально все, вы порешаете, я так понимаю, правильно? Че, я думаю, да, брат, сейчас, наверное, порешаем. Ага. Ну все, понял. Ну что, я на связи. Хорошо. Алло. Да. Валю, кто там, братка? А я в очереди, вот уже я в банкомате. Стою в очереди. Давай, заложи себе деньги, ты мне позвонишь. По этому номеру просто мобильная связь, МТС. Вот, пополни да. Баланс. Ну оплачивай, вот... мне позвонишь, чек сохрани. Да, ну вот передо мной еще 4 человека стоят, я жду. Все, жду, братка. Хорошо. Алло, да, я еще в очереди стою. Слушай, у меня сейчас, наверное, и батарея сядет. Я-то выскочил сразу, даже не посмотрел, у меня там уже 1% заряда остался. Ёлки-палки.
Что? Алло. Здравствуйте. Да, Зелимхан, да. У Кости, братка, Сега телефон. Он сейчас дошел до ближайшего терминала, положил себе деньги на карту. Он усел у него телефон. У него 1% был. Алло. Да, алло. Ну, машина есть? Машина у тебя есть? Машина, ну, у жены. Это Валера, это Валера. Что за Зелимхан? Я слышала все. Это Валера. Какой Валера? Я слышала, это Зелимхан. Это Валера. Ты опять мне пиздишь? Валер, Валер, скажи, что ты, Валер. У тебя телефон записан, Зелимхан. Ты что мне пиздишь? А я его записал просто специально. Просто специально записал его, Зелимхан. Нет, у него погоняло, Зелимхан. Ты мне врешь. Нет, у него погоняло, Зелимхан. Короче, ладно. Вчера Костян вызывал девочку, накосячил. Вот, сейчас нужно, короче, перевести 15-200. Ты-то тут при чем, я не могу понять, Костян пускай разберет. Он с моего номера звонил. Поняла? Блядь, как вы заебали. Костяна сейчас говорит, ну, сейчас Зелимхан говорит, что у него сел телефон. Я вообще не при делах реально, понимаешь? Ну, это пиздец. Где деньги? Какие деньги? Алло. Алло. Да, братка, что там, братка? Короче, я сейчас договорился с женой. Ну, она, короче, переведет 15-200 со своего номера. Хорошо, по этому номеру просто мобильная связь. Баланс. Ага. На баланс просто. Оплачивайте, мне позвоните. Хоть на баланс. Слышишь, на баланс? Слышу. Переведешь на баланс? Нет. Идите со своим костюмом, понял? Ко мне больше не подходи. Ну, в смысле? Мы же договорились. Что? Закрыли вопрос. Ну, Коть. Вали. Ну, как так-то, блин? Ну, Костян, блин, что он, блин, тоже... Костян все отдаст же, блин. Коть, мы же только с тобой разговаривали. Я слушаю. Добрый день еще раз. Вот вы звонили Александру. Смотрите, номер карты можете дать? Я сейчас переведу деньги. По этому номеру просто мобильная связь, мегафон. Ты не мегафон, а не ты? Алло. Алло. Я чуть не могу по понять. Этому номеру, говорю, просто, говорю, по этому номеру просто мобильная связь. МТС, я на мобильную связь не могу переводить такие суммы. Мне нужна карта. Карту мне скиньте. Номер карты или еще что у вас есть. Счет. У вас какой банк? У меня Тинькофф. Тинькофф. А Сбера нет у вас? Коль, спасибо. Сбера нет. Я организацию не в Тинькофф. Заходи в Тинькофф, я продиктую номер карты. Я с номером мужа разговариваю, а мой телефон нет. Ну, мне надо ноутбуки, короче, это все. Как? У меня все на ноутбуке, я свой так не смогу перевести. На смс-кой скиньте номер, пар, да. Сейчас. Алло. Валерий. Да, да, смс-ка все пришла, я с расчетного счета буду переводить. Хорошо, не переключайтесь. А у меня грузится программа, она не работает, поэтому давайте я переведу вам, наберу. Как? Я переведу вам, наберу, у меня программа долго грузит. Просто сохраните чек. Ну, я сейчас как все сделаю, у меня там не чек будет, а платежное поручение. Жду. Давайте. Алло. Алло, алло. Да, что там, девушка? Ну, все, загружается программа. Сейчас отправляюсь в платеж. Жду, как улетит, я вам сразу... И чек сохраните, хорошо? И чек сохраните. И мне скинете в СМС по этому номеру. Угу. Все, хорошо. Валер. Ну, смотрите, сейчас платеж отправила, он мне обратно вернулся. Стала проверять... Подтверждение, наверное, запросила? А?
Наверное, подтверждение запросила у вас? Нет, не подтверждение. Я через 1С, через бухгалтерскую программу отправляю. Там знаете, какой расклад может быть? Скорее всего, у вас, ну вот смотрю, если возвращается платеж, у вас с картой все в порядке? Юшка, попробуйте по этому номеру на баланс скинуть. На баланс я не могу через эту программу скинуть. Юшка, можете на карту своему мужу скинуть? У меня у мужа карты нет, у нас одна карта, она такая рабочая, ну, организация. Сейчас вам другую номер карты скину, хорошо? Что-что? Другую номер карты скину. Давайте другой номер карты, потому что с этой что-то... Алло. Ну, скинули, да? Алло. Еще да, скинула, МТС будет. МТС банк. МТС. А еще скажите такой вопрос. А вообще самого расчетного счета нет у вас, чтобы я сразу, он тогда быстрее уйдет платеж? Как? Расчетный счет есть карты? Расчетный счет? Ну, вот в приложениях там бывает, можно в банке посмотреть от карты расчетный счет. Так быстрее просто, он прям 5 минут и уходит нету платеж. Нет, нет. Нету, да? Ну, хорошо, сейчас тогда попробую на эту карту. Оплачивайте, мне позвоните. Угу, все, хорошо. МТС банк будет. Угу. Это МТС банк. Пожалуйста, задайте ваш вопрос. Алло. Да. Ну, короче, вот смотрите, сейчас перевожу платеж. Платеж не отправляется. Программа. Стали проверять. Сейчас тут подключила своего программиста. В общем, у нас вчера была сделка с Китаем, и мы переводили 3 миллиона. И у нас программа сейчас не работает, зависла. В общем, смотрите, расклад такой. Я сейчас ваш номер дам. У меня сотрудник, он тоже с бухгалтерией. Он вам сейчас переведет денежку. Он сейчас вам наберет, и вы его тогда сориентируете, потому что... Девушка, позвоните, скажите, пусть он проведет. Ну, я ваш номер дам, если вдруг что-то сейчас пойдет не так, чтобы он с вами связался, потому что мне нужно тут сейчас разбираться. Девушка, позвоните вы, девушка. Хорошо, хорошо, позвоню. Все, тогда ожидайте, сейчас будут денежки. И честно звоните. Обязательно. Алло. Алло. Что там делаешь? Не знаю, жду, он ничего еще пока мне не звонил. Он сказал, что как-то сколько, сколько вы можете на баланс скинуть? Да, на баланс я не смогу скинуть. У меня не перекидывается, потому что я через организацию банк, а своего нет у меня. Поэтому на карту я, на баланс, на связь не смогу. Сейчас ждем, он перезвонит, если вдруг там что-то это наберет, он сказал. И чек скинет, и наберет. Хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я от Анны Владимировны звоню, она вот сейчас мне позвонила, дала поручение о переводе денег. Да, я слушаю. Да-да-да, я слушаю. Видите, вы можете куда перевод делать? Она сказала, то, что с вами связаться, вы все объясните, как, куда. Куда по МТС будет, МТС банк. Угу, МТС банк. Так, как вам к вам обращаться? Зелимихан. Как? Зелимихан. Угу. Очень приятно, меня зовут Максим. Наверное, сейчас, так, секундочку, сейчас я зайду в компьютер. Угу. Так, продиктуйте, пожалуйста, мне. Извините, а вы на баланс можете скинуть? Нет. По у нас компания серьезная, такое у нас как бы не пропускается, никакая там не пополняется мобильная связь, ничего такого нет. У нас строго по реквизитам, либо по счетам. Давай, набивай. Угу. Так, подождите. Секунду. Да, диктуйте. Алло. Да. Диктуйте, пожалуйста. 22. Дальше. 20. Угу. Дальше. 28. Угу, 20. 06. 06. 72.
42. 10. Угу. 07. Забора будет забора. Так, подождите секунду. Так. Это получается МТС банк, да? Да. Извините, пожалуйста, уточните такой вопрос. О какой сумме идет речь? Просто она не озвучила мне, сколько надо. Как? 15 200. Угу. Хорошо. Так, подожди. Ну, смотрите, я сейчас в данный момент переправил. Вроде бы. Чек, да, скиньте, пожалуйста, в СМС. Это... А как я вам скину чек? Я не могу, я с компьютера все делаю. Вы скинули? Сейчас отправился, но это не так быстро. Извините, пожалуйста, но тут... Так скажу, процедура такая, минут 15-20 точно надо будет ждать. 15-20 минут, да? Да, ну как заявочку я оформил на отправление. Просто у нас компания серьезная очень, еще раз повторю. И у нас не просто все так. То есть отправил и через секунду как перевод онлайн туда-сюда. Нет такого у нас. Ладно, тогда что? Тогда я вроде денежку отправил, вроде ушли, все. 15 дней. Хорошо, я вам позвоню. Хорошо, давайте на связи. Или я сейчас с вами Владимир наберу. Мы тогда с ним поговорим еще. Я ей сообщу то, что я перевожу. Алло. Алло. Что? Вы слышите? Алло, я не слышу вас. Вы слушаете меня? А, да-да-да, сейчас слышу. Вы деньги перевели? Я же говорю, у нас серьезная организация, у нас нет такого, что быстро. Я же вам сказал, 15-20 минут точно ждать надо будет. Мы запрос делаем через банк, с которого переводы осуществляем. Хорошо. Я с вами свяжусь, или Анна Владимировна уже свяжется. Только чуть позже. Сейчас пойдет? Да, алло, алло. Да, братка, ты зарядил свой телефон? Я вот только включил, зарядил там буквально, может, 20%. Хорошо, ты деньги себе на карту положил? А нет, я же с собой ничего никакие не брал, карты, и я же хотел через NFC все это сделать, а у меня телефон сел. Сколько у тебя деньги на карте, 8 тысяч? Да, 8 тысяч есть у меня. Скинь по этому номеру на баланс. А, хорошо, хорошо. Ну, сейчас я тогда... И чек сохрани, мне позвонишь. Да, понял, понял. Хорошо, хорошо. Пельмени или пицца? Да. Алло, Зелимхан, а мне сейчас вот Санек набирал, и он сказал, что все, там, сделали тебе перевод, все как надо. Они что-то не могут, там, из банка какого-то там, перевести. Не, вот, я только что с ним разговаривал, вот он мне набирал сразу вот после тебя, и я с ним общался, все, он сказал, что все, дело сделано, все. Деньги мне никакие не пришли. Деньги еще никакие не пришли. Не, ну я понял, ну значит, может подождать там надо. Сладко. Давайте я сейчас, еще наберу, уточню у Сани. Ладно, слушай, сейчас я оплачиваю 8 тысяч. Если деньги ты тебе пойду, я вам все до копейки верну. Так вам деньги перевели, я не могу понять. Ничего не пришли мне деньги. Ну давайте я сейчас Сашу наберу, хорошо? Хорошо, я перезвоню. Алло. Алло, Зелимхан, это снова Максим. Да. Тут отклонился платеж, я не знаю почему. Я не могу. Почему отклонился? Ну, пишет, свяжитесь с получателем, система не дает этого сделать почему-то. Я первый раз с таким сталкиваюсь, честно говоря. Обычно все четко проходит. Да, был еще один, но еще кто-то его. Кто еще раз? Извините. Алло, да.
Костя, они не переведут деньги, они что-то не могут перевести. Скинь по этому номеру на баланс сейчас. А я с Саньком разговаривал, он мне сказал, что... Все только делали. Сейчас мне звонили, они сказали, там у них что-то кассовая система, что-то. Какие-то проблемы там, да? Да, братка. Оплачивай по этому номеру просто на баланс. Ага, понял. Так, ну, получается... Да, получается, ну... Это мне опять надо сейчас в банкомат тогда идти, чтобы пополнить сюда... У тебя 8 тысяч есть на карте, 8 тысяч. Скинете 8 тысяч сейчас. И все, и будет вопрос закрыт. Не надо, 15. Не понял. Скинь 8, потом разберемся. А, хорошо, я понял, да. Так мне идти в банкомат или не идти? Мне... Да, мне в банкомат идти или не идти? Да, идти. А, все, хорошо, тогда я выхожу. Оплачивай прямо сейчас 8 тысяч. Угу. На вот этот вот номер? Да, просто на баланс. Хорошо, понял, хорошо. Я слушаю. Алло. Я слушаю. А какой банк по этому номеру телефона, я не понял. Я сказал, по балансу, на мобильная связь, на баланс положить. Не понял. На баланс. Просто мобильная связь на баланс. Просто на телефон. На телефон, что ли? На симптом? Да, на баланс. Да. А вы потом как переведете? Если это вас уже не волнует. Это вас уже не волнует. Ну, ладно, я понял вас. Хорошо. Тогда, значит... Оплачивайте и мне позвоните. Да, хорошо. И чек сохраните. Да, обязательно. Я слушаю. Алло, Зелимхан, тоже не получается перевести. Мне пишет, максимальный платеж составляет 5 тысяч, я не могу 8 тысяч перевести. 35 тысяч. А, ну просто вы мне сказали, что 8... Переведи 5 тысяч, хорошо. Переведи 5 тысяч. А, все, хорошо, я понял вас. Слушай. Алло, пожалуйста, напомните еще раз, как вас там, Зелимхан или как зовут? Да. Я, знаете, что хочу спросить, а что у нас за базар там? Вы зачем моего сотрудника нахер посылаете? Что там за дела, не могу понять. Такого не было, девушка. Ну как не было? Мне сейчас звонит и говорит, это что за переводы, кому мы переводим? Мне сейчас в организации стряну так, что мне будет просто крышка. Мы из-за этого перевода сейчас что будем делать? Зачем так его нахер посылать? Девушка, такого раза не было. Ну как не было? Я больше доверяю сотруднику, нежели вам. Он мне сейчас звонит и орет на меня, говорит, да что за этот, не могу понять. Мы кому деньги переводим? Сейчас дойдет до директора, сейчас директор мне будет звонить. Это выходной день, вы мне весь мозг вытрахали сегодня с ним. Такого нет. Ну как не было? Он мне сейчас все рассказал. Ты что, вам позвонишь? Да, алло. Что там с оплатой? С оплатой? А не будет тебе оплаты. Тебе привет от нашего американского собрата, которому ты звонил полчаса, блядь, наяривал, дебил. Тебя Сбер и МТС-банк ушел в минус. Тебя покаруселили профессионалы. Что скажешь? Да, получше, да. И все, что ты можешь сказать? Оценку поставь нашей деятельности. От 0... Алло. Да. А это как он называется? Можно у Зелимхана? Вам что надо? Ну, уточнить, как ему карусель нормальная. Что, может, еще карточку дадите, псы? Дабла Чадах, Асмаракар. Дабла Чадах, Асмарака, ебу твою мать, твою мать. А я ебу... А дай паровозик, атер-тер-тер. Алло. Да. Алло. Да, я просто была занята. А, занята была. Дай паровозик. Тыр-тыр-тыр. Картавого ублюдка. Труп бегом. Что? Картавого ублюдка. Дай мне телефон. Тыр-тыр-тыр. Паровозик. Очень слышу. Еще раз говорю. Картавого ублюдка. Дай мне телефон. Тыр-тыр-тыр. Паровозик этот. Зелимханов, трубки, бегом, тварь. Это чадо.
Ну, алло. Алло. Да. Да, от вас входящий звонок был. Это кто? Как? Звонок от вас был, не успел ответить. Я был чаданом, тут что-то ебал. Что это? Алло. Алло. Да, был чадан. Это кто, я не могу понять. Это тебе за Михаилом беспокоит, положение города. Вот вчера девушкам проституткам звонили. Блин, очень плохо слышно. Вот вчера девушкам проституткам звонили. То, что девочку легкого поведения хотел вызвать или что имеете в виду? Да, 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 да. Ну я ночью звонил, а что случилось? Звонил, а ты объявление, блядь, читал, чтобы звонить? Какое объявление? Объявление, блядь, там висело большими красными буквами. Вы мне звоните, вы мне писать, сидел пересчитаться счета. Вы позвонили, сбили кассу сумму. Молли, чем хотели вашего Ченга позвонить, подъехать. Хорошо, блядь, что ты позвонил мне. А то было. Братан, а я не видел, там не было объявления. Благо, там было на сайте большими красными буквами написано, вы мне звоните, вы мне писать. Идет пересчитаться счета. Вы позвонили, сбили кассу сумму. Мои люди, у вашего Ченга хотели подъехать, просто мешок на голову к тебе, ну, багажник еще чуть-чуть увезти. Я просто это было, братка, не поступил, я тебе звонок сделал сейчас по-былому. Видишь, с вами на диалог. Как вопрос будем решать? Тихо, ну, по телефону, будешь мои чиниться к тебе подъедут. Батишка, а что за вопрос? Я тебя спрашиваю, как вопрос будем решать? Тихо, мирно? А какой вопрос, братишка, я не понял. Братка, я тебе еще раз объясняю. Вы вчера девушку звонили, там большие красными буквами были на сайте. Не по чеченскому, братка, а по русскому. Вы мне звоните, вы мне писать. Идет пересчитаться счетов. Вы позвонили, сбили кассовую систему. И касса стоит у меня 1.5 ляма. Полтора миллиона стоит касса? Тихо, мирно, и пусть мои чеченцы к себе пойдут в очага. В смысле, какое очага? У дома, брат, если так не понимаешь, тебе по деревенску скажу. К тебе, брат, чеченцы направить. Не, зачем ко мне чеченцев? Слушай, мне внимательно тогда. Вопрос решаем тихо, мирно. Ну, конечно, тихо, мирно решим вопрос. Тихо, мирно, только брат. Как, слушай, только как это решается, слушай, этот брат. Вопрос, братан? Объясни, пожалуйста. Я тебе скажу, брат, как решить. Вы вчера девушку позвонили, там было на сайте большими красными буквами написано. Вы мне звоните, вы мне писали. А буквы прям большие были там написаны? Что-то да? Там буквы прям большие были, я не видел такого. Да, большими красными буквами. Вы мне звоните, вы мне писали. Классного цвета, да, буквы? Ты, блядь, меня не перебивай. Извини. Вы позвонили, сбили кашу систему. Мои люди хотели вас в очага подъехать. Просто бьюшек дорогу тебе. Не надо в очага ехать, если братан. Если не допустил, я тебе звоню, что сделал по-былому. Братан. Бишь, слушай, меня внимательно, ты меня не перебивай. Блядь, я просто я не понимаю, больше что я надворил. Ты меня слушай, я был клиент. Я был клиент. Ты клиент? Удаляю ваши данные. Сейчас вы потрачиваете 15-200, вы меня пройдешь. Удаляю ваши данные у меня в компьютере. Сейчас оплачивайте на две ошибки 15-200. Удаляю ваши данные у меня в компьютере. Вообще я вам 15-200 назад. Расходимся краем. Вы меня услышали? Кем мы расходимся? Краями расходимся. Как, что за краями? Это кто такие? Блядь, там было чада. Какие клаи? Братка, просто скажите, я своевываюсь как-то. Нет, извини, братан, я просто не совсем понимаю. Сейчас ты, братка, ты оплачиваешь 15-200. Мне надо оплатить 15-200? Да, это бывает две ошибки, да, ваши данные у меня в компьютере. Вообще, 15-200 А, тебе что-то в компьютере надо сделать? Поэтому надо деньги закинуть? Да, чтобы ты мне открыл кассовую систему. Ну так, а ты без этих денег не можешь ее открыть? Я не могу понять. Братка, да. Если ты решаем вопрос, либо сейчас мои чеченцы к тебе подъедут. Братан, я же сказал, никаких чеченцев не надо. Просто у меня сейчас вот у меня... По этому номеру, у меня есть наличные деньги, а у меня на карте деньги нету, братишка. Деньги тебе нету на карте, иди в ближайшие терминалы, положи деньги себе на карту. Братан, а я смогу выйти вот только минут через... Ну, в течение часа я пока не смогу выйти из офиса. Даю тебе 20 минут времени. Слушаешь, мне внимательно. Даю тебе 20 минут времени. 60, дай мне минут по-блатски, братан. У меня через час будет обед. Братан, у меня через час будет обед, я через час могу выйти, брат. Я тебе еще раз сказал, дай мне тебе 20 минут, чтобы дошел до терминала, положил деньги на карту. Братан, не надо
не на меня кричать. Я же сказал, мы решим этот вопрос, но только я смогу через час выйти на обеденный перерыв. Ты можешь сейчас по кому-то позвонить? А у меня звонить некому даже, у меня вообще никого нету. Кому мне звонить? Иди, добежишь семинару. Я жду тебе. Я через час могу давай, выйти. Давай, даю тебе час, давай. Скажи, руки в ногу, пошел. Руки в ногу? У меня... Сказали счет. У меня, братан, подожди, у меня в 12:30 будет обед. Я вот в 12:30 выхожу, это через час будет. Сейчас я как тебе эти деньги куда? Или хочешь, подъезжай в офис, запишешься ко мне как клиент. Типа ты ко мне на консультацию, я тебе наличкой вот заплачу эти деньги. Если я подъеду, тебе ухо того, кому поставлю. Ты этого хочешь? Чё я сделал? Ухо отовёшь? Да, ухо того, кому поставлю. Ты этого хочешь? Зачем? Я же деньги дам. Я тебе чё сказал? Я тебе час даю для решения вопроса. В 12:30 я выхожу, тебе звоню. Давай, жду. Лучше сам мне позвони, хорошо? Сам позвонишь. Так, я ну ты мне набили в 12:30. Позвонишь мне. В 12:30 меня наберешь, блядь, ты что нахуй, не понимаешь меня, что ли? Я же вовсе буду сидеть, как я тебе позвоню? Ты со мной, блядь, меня не разговаривай. Ну а как мне разговаривать, блин? Давай, у меня тут клиенты уже пришли. 12:30 на Сальвоне. А я? Да. Да, Зимхан это, да, который? Ну? Я вот на этот обед, то что помнишь, обещал через час то, что выйти, я вышел, иду на обед. Мне там какие деньги надо, сколько кидать, скажи? 15-200. А куда именно, на какой-то там банк или что нужно, как закинуть? По этому номеру, на баланс. По какому, по чё баланс? И да, бочар, да, на дочар, да, ты ёбан. Не понял. По этому номеру, на баланс оплачиваете. Просто мобильная связь. А, на телефон, типа на баланс тоже надо оплатить, вот это получается? Да, 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 да. А как вы мне вернете с баланса деньги, не могу понять. Это вас уже не волнует. Я тебе закрою, деньги, то есть, сыпятся на кассу, и вам деньги вернут. 15-200, да, сказал ты? Пёс. Да, по этому номеру на баланс. Все, я тебя понял, пес. Тебе какой банк будет? У меня будет Альфа-банк. Альфа-банк, не выключайся, заходи в Альфа-банк. Зачем мне заходить в Альфа-банк, когда я иду к терминалу, чтобы пополнить вам баланс? Или вы совсем тупой? Как? Мы же с вами договорились, то, что я в обед выйду и через терминал положу деньги. Я до чердо приеду. Я иду класть. Зачем мне заходить в банк? Давай, жду. Полай, пес. Здравствуйте! Вас приветствует... Братья, а ты чё телефон не берёшь, братан? Как? Вытирай. Что там, братка, заплатит? Братка, я ж тебе сказал, сейчас у терминала, тебе позвоню. Я звоню, ты не отвечаешь. Нет, ты что, дошёл, нет? Я дошёл у терминала. Ну? Что, ну, братка, куда класть? По балансу класть. По балансу? Да, на баланс. На баланс какого карта? Блять, по этому номеру, просто на баланс. А, просто на баланс тебе пес закинуть, да? Да, по этому номеру. Так, а сколько тебе пес надо закинуть? 15-200, ты сказал? Поймать пес, ебать. 15-200? Да. Так, и когда ты мне их назад вернешь? Сразу же, да? Через 5 минут. Это точно, да, не получится, что ты меня обманешь? Конечно, нет. Давай, пес, 2 минуты, сейчас закину. На баланс, там у тебя МТС, да, по-моему, псина? Да, у меня не МТС, блядь, у меня Билайн. У тебя Билайн? Да. О, ну это идеально. Давай я тебе сейчас тогда Билайн блокну и все. Давай. Полай, не забудь полаять, ладно? Набранный вами номер временно заблокирован. Sorry, the number you have dialed is temporarily blocked.